Всем привет! Это проект «Окей, Гурьевск», и мы с вами находимся в Полесске. Видите, я сразу с шутки начал. Приехали мы сюда, в Мамоново, сегодня зачем? Я не знаю зачем. Возможно, потому что здесь приграничная зона, может, что-то интересное нам расскажут. Жители с границей, может быть, у кого-то связан был бизнес. На самом деле, просто ткнули пальцем на карту. Давай, Мамоново, давай! Мамоново, мы приехали, Мамоново. Что можешь сейчас сказать про Мамоново? Сколько раз прозвучало Мамоново в одном вопросе? Три раза. Это я сам себе как бы задал вопрос, это я не вам. Чем вообще можно Мамоново заниматься? Туризмом. Приведи пример, что значит туризмом. Лазить по канатам, по горам, по всяким. Здесь есть горы Мамоново? Ну нет, мы уезжаем за город. Не, я говорю про Мамоново, что именно в городе можно делать? А, ну мы идем на чертов мост и там лазим. Когда вырастете, чем будете заниматься? Полицейским, пожарным. Начальником каким-нибудь. Ну типа чертов начальник. Да. Чертов полицейский, чертов город, получается. Ну да. Снимали здесь 2 года назад. Что-то поменялось за это время? Переименование Мамоново в Мамонов – это, конечно, нонсенс. Да, у нас администрация хочет переименовать. Люди все против. Если уже переименовывать, то в старый наш Халенгенбайль. Хотят одну букву убрать? Да, да. Светлый привет! Не букву «Б» случайно. Вот из города Светло какую букву вы убрали бы? «Б». «Б»? Ну да. Обращаемся ко всем городам области. Освободилась буква О. Кому нужна? Кому нужна? Забирайте, пишите в комментариях, куда можно засунуть смешную эту букву. Самая оригинальная версия, 5000 от тебя, да? Да сейчас, у меня тюхрет, какие 5000. Не получается конкурс, извините. Чем занимаетесь в городе? Ну, хобби фотографии. Вы занимаетесь фотографией? Да, уже давно. С модельными агентствами работал. Вот. Модели фоткали? Да. Девчонок каких-нибудь красивых. Да. Скажите честно, бывал роман у вас с девушкой-моделью? Бывал, честно, бывал. Мне кажется, любая так повелась бы сразу. Вот по вашему вкусу, Мамоново, много красивых девушек? Ну, есть красивые девушки, много достаточно. Ну, есть или много? Ну, есть. Вы что-то испытываете, когда видите красивую девушку? Порох еще остался. Блин, что двери не закрывают? Дует же. Мамоновцы, вы что, холодно? Общение? Что за пиздоболы? Здравствуйте. А, клоуны? Да, почти. Блогеры, клоуны, в принципе, одно и то же. Пару слов про Мамоново. Ой. Много нравится, много не нравится. Кто интересует? Мне интересно, за что? Кто вы такие? Проект «Окей, Гурьевск». Гурьевск. А какого хрена вы делаете в Мамоново? А мы хотим показать людям всю область. Да я думаю, вообще ты меня, может, заразишь этим коронавирусом. Знаешь, вот меня интересно вот все ваши эти вопросы. На самом деле нет. На самом деле нет. Какого хрена вам? Вот? Можно ругаться матом, это YouTube, кстати. Я не ругаюсь. Не, я просто, если что, вы не сдерживались, если я что. Я не буду матом ругаться. Что за пиздоболы? Все, короче, нет? Пока. Ладно, до свидания. Вас как подписать? Да не надо мне подписывать. Спец по пиздоболам. Нет, по пиздоболам за ты. Можно немножко с вами пообщаться? Не хочу, я сегодня не одета. Ой, а чуть-чуть, про Мамоново. Про Мамоново. Пару слов. Все, вот они и были, пару слов. Пожалуйста, не убегайте. Пожалуйста, не убегайте. Ну не убегайте, пожалуйста. А я что, я не занята, я забежала тоже к тебе. Так, ну, не дверь, пожалуйста. Не хочет хозяйка. Не хотите? Недружелюбный город получается. А мы потом это покажем, что вы не общительные. И все на вас обидятся, никто к вам не придет. А что здесь вообще продают? Никто не придет у вас покупать желтые трубки. Мамоново вообще не общительные люди получаются. Да вы что? Вообще, не может. Вообще все убегают от камеры. Про город, что можете сказать? Да Мамоново. Нам просто очень нужны красивые люди в кадре. Может быть, вы подскажете, где их найти? А давайте сделаем так, мы вас не будем снимать. У нас в этот момент будет кадр просто какого-нибудь пустого ларька, но звук останется ваш. Можете какие-нибудь просто, я не знаю, виды Мамонова без всякого этого... Все, виды Мамонова во время того, как мы с вами общаемся. Как я говорю, да. Все, договорились. Мне в своем городе все нравится. Все нравится. Мне очень нравится волонтерское движение в нашем городе. Угу. То, что молодежь привлекает к различной деятельности. Я учитель Мамоновской школы, поэтому я слишком на виду и не хочу ничего говорить. Это ж круто, в нашей знаменитости. Все, спасибо большое. Ой, а вы же группа риска. Как, в смысле? Да. А, возраст, да. На метр, пожалуйста. Нам, наконец-то, пригодилась длина микрофона нашего. Мы не будем говорить про вирус вообще. Отвлечемся от него. Давайте отвлечемся. Поговорим про войну. Я вас, кстати, в интернете видела. Видели нас? Да. Лайк поставили? Обязательно. Репост сделали? Я бабушка продвинутая. А я вас, по-моему, видела или в Одноклассниках про Мамоново. Ой, не палите меня.
Ну, это может кто-нибудь репост сделал. Конечно, 100%. Вот. Вы, наверное, сделали. Нет, я не люблю однако. А почему вы сами какой-нибудь тоже проект свой не сделаете? Вот в чем вы лучше всего разбираетесь? Я технарь. Я женщина такая с отверткой. А муж военнослужащий был, и все время по воинским частям. А зачем он вам нужен был вообще? Сама с отверткой. Нет, а он у меня совершенно другой профессии. Он готовил, убирался. Он сидел, у меня маникюр точил. Мне кажется, вы должны стать следующим президентом России. Ой, господи. Я путинец. Она... Путиноиды. Вот мы путиноиды. Много плачутся пенсионеры. Пенсионеры все хорошо живут. А вот все путиноиды так говорят. Как вас найти в Инстаграме? Пишу. А у меня вот этот... Ой, а как же я там зарегистрирован? Давайте вспомним, это будет круто. Давайте мы сейчас сделаем фотографию с вами. Вы ее выложите, и там лайков вам накидают. Вот все, так. Какую-нибудь фотографию. Я подальше, у меня лицо большое. Давайте. Все, улыбаемся, путиноиды. А кто будет нажимать? Я. Подпись будем писать какой-нибудь? Не, ну что-то надо написать. Что-нибудь напишем, давайте. Напишем «Слава путиноидам». Ну нет, слава блогерам. Слава блогерам, давайте. Раз, поделиться. Два, три, давай. Мы нашли рынок, и уже, мне кажется, стало доброй традицией пройти по тоннелю моды. Как же повлияет на нас мамоновская мода? Прямо сейчас, погнали. А, как вам? Там просто все закрыто. Ребята, Инстаграм работает. При этом я даже не выложил, что я Мамонова. Это была микрозагадка, где мы находимся. И вот Лена, правильно, да? Да. Говорит, приходите, сейчас вам контент дам. Сейчас завышенные требования будут к твоему интервью. Да, конечно. Они уже знают, что ты подготовилась. И еще нет, я здесь вообще 3 недели живу. Ты переехала сюда? Я переехала сюда. Жить? Жить. Почему такой выбор? Изоляция от коронавируса, наверное. Поэтому ты сейчас стоишь с нами, общаешься, расстояние меньше метра. Да, да. Изоляция. Это же вы, Аки и Курицкий. Да. А это мы. Вы знакомы? Нет. Тебе нужен парень? Нет. Нет? Нет. А тебе нужен парень? Не знакомы? Нет, не знакомы. Все, здорово. Нельзя было здороваться, все, мы заразились! Так, ты давно живешь в Мамоново? Да. Ты недавно живешь в Мамоново? 3 недели. Вот, как раз мы сразу сравнение. Что нравится в городе? Четко все. Чисто. Что не нравится в городе? Да нет такого, наверное. Что не нравится в городе? Это уже нет пока минус. Польша сейчас закрыта, вот как бы вот это тяжело. Нет. Отменили, удалили Польшу. Удалили вообще. Очистили корзину. Делета. Ты сейчас чем вообще будешь заниматься? Стройкой. Вот. Построй себе свою Польшу. Не, братан. Езжай туда. Для себя чисто. А ты женат? Ну, сильно? Сильно. Вообще сильно, просто жестко, пацаны. Не получилось. Представляете, они бы еще потом после выпуска встречаться начали бы. Блин, знаешь, как рейтинги у нас взросли? Да? Серьезно? Может, ради нас, ребят. Не, Рус, заканчивай. Все. Не надо. Так. Ты в магазине? Да. Какой магазин у тебя? Одежда. Одежда. Тоннель моды 2.0, версия Мамонова. Поехали. Модная одежда от европейских дизайнеров. Вот он вам, мамоновский лук. Все-таки мы переоделись. Мне кажется, вообще круто. Как вам нравится, кстати, мой вид? Как вы думаете? Нет. Нет? Нормально. А вот он сказал нормально. Шарит в моде. Как я выгляжу? Нормально. Нормально? Одевались бы так же? Ну, нет. Отвлечемся немножко от Мамонова и сделаем быстро небольшую классную рубрику «Телеканал ТВ». Телеканал «Рубль ТВ», не падайте. Телеканал «Пыль ТВ». Много? Много. Много, да? Привет. Телеканал «Конкретика ТВ». Чё, к тебе, ко мне? Что? Телеканал «Конкретика ТВ». Чё, к тебе, ко мне? Угу. Никому. Телеканал «Бампер ТВ». Где потеряли? «Бампер ТВ» потерял где-то. Да? Найдете? Конечно, найду, обязательно. Все, обещайте нам. Обещаем. Телеканал «Рубль ТВ». Не падай. Девчонки, привет. Телеканал «Конкретика ТВ». Чё, к тебе, ко мне? У меня парень есть. К ней. А, к ней. Кого? К ней. К ней, да? Нет. К ней? У меня парень есть. Так кому? Конкретика ТВ? К тебе, ко мне? Лучше к тебе. Телеканал «Интрига ТВ». А вы знаете, что все женщины с пакетами? «Интрига ТВ».
попал опять. М? Да ничего, домашку задел. Блин, телеканал «Молчание ТВ». Что ты делаешь, ты, господи? Вот он я, сижу на ступеньках. Там сзади красивый вид. Это значит, что я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, делайте репосты, любую активность, комментарии. Это очень важно для нас, потому что мы столько лет снимаем, а что-то просмотры не растут, короче, представляете? Может быть, дело в нас, а может быть, дело и в вас. Не болейте, мойте руки всегда. Это проект «Окей, Гуревск». Пока.